Произошло все 6 февраля, получается. Я отвез дочь к родителям, поехал на работу. Собака была в вольере, закрытая. Бабушка пошла гулять с дочерью в огород. Соответственно, как бы они когда гуляли, собака прыгала, видимо, скорее всего, на сетку. Ну, щеколда потихонечку открылась. Она сразу выбежала и напала. Потому что бабушка ее пыталась убрать, собаку. Она бабушке все руки искусала. А то собака достаточно агрессивная была? Она никогда не была агрессивная. У нее вот, она всегда, то есть как бы племянников моих катала на плюшке. То есть как бы у нее никогда не было агрессии. И вот резко произошло. Дочь привезли во вторую городскую, детскую. Там мы ждали до вечера. Результатов нам потом вышел. Главврач сказал, что как бы они будут запрос делать на Москву, скорее всего. А медицина катастроф сделала полностью запрос весь по России. Вот, и откликнулась только одна Москва, получается. Это институт Рошеля. Поражение было большое. Отсутствовало ткани большие. Площадь где-то 80%. Нам выделили борт. Прилетел борт в Тюмень. Отправили нас в Рошаль. У нас сейчас остался реабилитацию пройти, то есть как бы, а так ребенок все активно ведет себя, бегает, прыгает. В садик мы сейчас ходим. На середину мая должны быть плановый осмотр и принять дальнейшее решение по лечению. Восстановление возможно, да. Они не дадут 100% результатов, конечно, но стараются все делать. Ты сейчас к собачкам как относишься? Боишься их? Да. Сильно? Любых? Да. Когда вот видишь на улице, что происходит? Хочешь сразу куда-то спрятаться, убежать? Да? А кошечек любишь? Да. Никого не боишься, кроме собак, да? Да. Ну ты молодец, ты смелая.